В Париже на момент атак находились как минимум 28 жителей Латвии. С ними точно все в порядке. Но, как пояснили нашей службе новостей в посольстве Латвии во Франции, на данный момент у диппредставительства нет точной информации, сколько именно подданных страны находится в Париже и что с ними. В канцелярском регистре официально зарегистрировались 28 жителей Латвии. Со всеми мы связались, и они находятся в безопасности. Но значительная часть жителей не зарегистрировались. То есть мы не имеем представления, сколько подданных нашей страны находится в Париже. Но судя по тому, как часто звонят нам в посольство, можем сказать, что людей довольно много. Люди звонят нам, чтобы узнать, как вернуться домой и сказать, что с ними все в порядке. Само посольство не находится в эпицентре событий. Мы связались с французским кризисным центром. У них пока нет информации о гражданстве людей, пострадавших в ходе терактов. Мы будем связываться с этим центром и впредь, но поскольку все произошло ночью, и учитывая число жертв, многие могут быть все еще не опознаны. И мы пока не можем прогнозировать, когда появится какая-то информация по этому поводу.